Это же просто ахтунг. 21 век, вы говорите. А ни хрена не работает, все зависает нафиг. Кстати, после того, как трансляция зависает, ты заново выходишь в трансляцию, это дает новым подписчикам возможность писать сообщения, потому что трансляция заполняется очень быстро, не все успевают. Так, все заново говорят привет, новые люди пришли. Или те, кто просто не успел писать в прошлый раз. Мася, просит тебя показать мою Масюсюсю. Так, в общем, прикольные. Я могу писать, ура, мы рады. Так, творог на сушке можно. Я вообще не очень люблю молочку, и вам тоже не советую. От молочки так или иначе идет отек. Если сушка, конечно, не агрессивная, то небольшое количество молочки можно, но лучше не стараться делать это много. Просто многие девчонки стараются ходить на кефире, а это проблема. Дети есть, детей нету. Так, буду ли встречаться в Москве с Бузюком? Нет, мы едем только к Насте Шарко. Как увеличить подтягивание? Подтягиваться раза 4 в день, в неделю, и, соответственно, делать 3-4 захода. Такие практически до упора. И потихонечку будет увеличиться. Будем встречаться с Коками в Москву, пока плана нету. Наташа. С Наташей будем Кузнецовой встречаться. С Трухиной. Так, зачем крашу ногти? Мне нравится. На сушке только гречку и курицу можно. Почему? Можно белую рыбу кушать, можно индейку, можно кролика. Кролик вообще диетический, можно телятину, можно бурый рис. Можно на самом деле даже макароны есть и картошку. Надо просто правильно понимать, в каком количестве это есть. Так. Зачем красишься? Ну, долго не буду отвечать. Почему кефир нехорошо? Потому что в кефире, как и в молоке, 4 грамма углеводов. Выпускают окисло молочный продукт, но углеводы там короткие. Плюс молочный белок сам по себе вызывает отеки. Так, заряжаюсь от тебя позитивом, вы классный. Спасибо. Сколько раз в неделю нужно делать ноги, попу, если изменить пропорции низа? Каждую тренировку. Каждую тренировку, работать, памп, чувствовать, чтобы было правильно налитость, но стараться не перекачивать ноги, правильные ставить углы, и будет все хорошо. Покажи, какая красота у нас получилась. Красоту показать? Сейчас покажу. Так, что тут у нас? Вот так у нас получилось. Вот так надо баловаться вкусняшками. Вот такой кусочек маленького лета. Вот. Так, зачем красишься? Я не крашусь, это татуировка. Саня, выпиваешь ли ты? Есть такое иногда. Но мы не в смысле, что мы бухаем, а в смысле, что мы можем выпить по бутылочке вина, и будет хорошо. Как познакомились с женой, расскажу скоро. Завтра приезжает наш интервьютор из Москвы, у нас снята студия, и мы будем много-много об этом рассказывать. Так, надо ли применять цинк? Да, неплохо. У тебя ботокс? Где у меня ботокс? Не понял. Так, они же невкусные. Здрасте, невкусные. Вы вообще маленькую видели? Она вот такая. Очень даже вкусная. Л-карнитин не вреден, это производная из одной аминокислот. Ты хочешь все вместе делать и картошку? Я хочу и картошку, и телятину делать вместе, но, соответственно, телятину надо, наверное, с первой положить, чтобы она проварилась, потом картошку добавить, и будет прикольненько. Покажу жену. 2 года питаюсь и тренируюсь как надо, но появились хоппи и в поджелудочной железе. Это вопрос больше, наверное, к доктору нужно обратиться, потому что мне не ответить так на вопрос, либо нужно гораздо больше данных. Если раньше все сушились на рис, почему сейчас такой негатив на рис? Типа индекс плохой. При правильном питании, уборе солей, даже если гликемический индекс все-таки не особо низкий, а даже средний, как у риса, или даже ближе к высокому, то количество углеводов, которые ребята ели, порядка 150-180 граммов, ну, в общем, при нормальных тренировках это вообще ничто. А так, на самом деле, конечно, гречка, овсянка, макароны. У макарон, но твердых сортов гликемический индекс гораздо более приятный, нежели чем у риса. С губами перебор, бывает. Так. Саня, хочу сделать мастера спорта по пауэрлифтингу, даст гормон роста сил, как вы посоветуешь? Я не консультирую по анаболическим стероидам, но гормон роста так или иначе ускоряет и синтез белка, и восстановление. Аспирин до тренировки бодрит. Аспирин разжижает кровь, несколько действительно может бодрить, но лучше пить кардиоаспирин и точно не на голодный желудок. Что скажете про кроссфит? Это классный вид спорта. Собственно, вот так. Что лучше кушать на завтрак? Мы на самый завтрак кушаем БЦА, потом выезжаем из дома, а потом с утра уже кушаем овсянку. Если не овсянку, то это уже гречка и курица. Так, зачем губы накачал? Накачались!
Что можете сказать про диету Дюкана? Высокобелковая диета с большой проблемностью для почек, потому что она не очень правильно сбалансирована. К тому же ее применяют девчонки, которые вообще зачастую не занимаются спортом. И такое количество белка просто становится опасным для организма. Если качать попу и ноги, какая вероятность, что будет худеть грудь? Будет, вы же будете тотально сгонять жир. Жир не горит локально. Это вам с Иришкой, с праздником, поцелуйчики и много всего хорошего. Спасибо, вам спасибо. Тоже. Сколько раз БЦА есть в день? Ну, как минимум 4. Утром, когда встали, перед сном, до и после тренировки. Что можно есть на праздники? На какие конкретно праздники? Я уже отвечал про рис. Проблема в том, что рис всегда имеет высокий гликемический индекс, а это вполне определенный стереотип, что курицу с рисом надо есть. Я висну? Да какого хрена? Мася, у нас нормально работает роутер? Когда в Нижневартовск, ребята, честно говоря, я даже не знаю, что есть такой город. Нет, не висну. Все, спасибо. А то я начал уже переживать, что надо опять прекращать трансляцию. Почему от L-карнитина хочется спать? Не знаю. От L-карнитина не сильно должно хотеться спать. Он является пассивным жиросжигателем. То есть начинает ускорять распад жировой ткани в момент, когда вы начинаете ускорять свой пульс. Так, не все успеваю читать, поэтому... Зато губы у тебя как обезьяны, жопа. Вот это я, кстати, успел прочитать. Спасибо, хорошо. Ваше мнение будет учтено кем-нибудь, но не нами. Так, показать супругу. Супругу покажу позже. Посоветовать витаминный комплекс. Но если девушка, то самый простой комплекс покупать – это витамины для беременных в аптеке. Они максимально полный комплекс имеют. А какие витаминные комплексы ем я уже показывал. Мне этот комплекс нравится. Я ем его уже последние лет, наверное, 5. Выглядит он вот так вот. Multipro от SkyTech Nutrition. Здесь самое высокое содержание практически всех витаминов. Его спорт является кардионагрузкой, еще как. Но может вырасти квадрицепс, это факт. Особенно если там педаль поставлена на определенную длину. Расскажите про воду, какое количество нужно пить в обычный день. Столько, сколько хочется, но в среднем при весе 60 килограммов, ну, не менее 1,5 литра, около 2. Делали мы операции. Да, мы с Масей делали операции. Всякие разные. Всякие разные. Есть ли у меня пипенька? Мася, у меня есть пипенька? Я оставлю без ответа. Так, поскольку грамма углей резать в неделю более безопасно для сухомышечной массы. Вообще не надо уменьшать углеводы ниже низкого. То есть меньше 3 грамм на килограмм веса – это уже полный актом. Проще сжигать жировую ткань кардио, а не уменьшением углеводов. Уменьшение углеводов приводит к замедлению обмена веществ. И более того, у вас не будет сил на нормальную тренировку. Так что не... Своя ли у меня попа? Нет. Только что отобрал ее у красивой девчонки где-то. Мася, ты лучшая. А вот и Ирина. Вот у меня наоборот. Так, не успеваю читать. Опять кто-то пишет, что у нас виснет. Виснет? Да, виснет. Это, видимо, у нас с тобой энергия такая, любовь пробивает. Да, знаю ли я Дениса Семенихина? Нет, не знаю. Показать писюн. Когда мне такой просит сделать мальчик, я, конечно, офигеваю. Поцеловать Масеньку? Масеньку целую. Масенька чистит картошечку, да. Будем готовить вкусняшку. Креатин надо пить, креатин не знаю, креатин у всех по-своему. Так, как накачать попу, как у меня, надо много денег, лучше надо. Потому что можно сделать липофилинг, можно применять аккуратно гиалуронку, чтобы менять форму попы, можно дофига чего делать, но просто об этом знают не все. Сколько мы вместе с Масей всю жизнь, начиная с прошлых тоже. Так. Постоянно срыв. Вы имеете в виду срыв по хавчику? Ну так надо срываться, правильно. Во-первых, если дома ни хрена вредного нету, то надо планировать, чувствуйте, что срыв. Езжайте в фруктовую лавку, покупайте фрукты и кушайте, будет нормально. И второй раз срывы можно планировать. То есть раз в 4-5 дней можно делать чекмил, то есть загружаться, но это делать утром, либо днем. Берете подружку, берете выходные, идете, съедаете Наполеон еще какую-нибудь, бушешку, и, соответственно, ничего страшного в этом не будет. Если это будет раз в 4-5 дней, это будет утром. После тяжкого рабочего дня как взбодриться? Хороший план, да, так бывает очень тяжело. Я на самом деле считаю, что лучший вариант – это хорошая музыка. Что-то жесткое, от чего у вас мурашки аж идут. Врубаете на полную громкость, представляете себя тем, кем вы хотите представить, врубаете свой адреналин и пошли пахать. Помните, что все может быть, главное – все ограничения у нас в голове. Так, кто это такой? Кто я такой? Ты красишься? Тогда вопрос надо поставить. Почему на дорожке пульс держу такой же, как на лыжах, но потею больше? Ну, потому что на лыжах вы уже научились расслабляться, соответственно, если вы профессиональный спортсмен, а на беговой дорожке вы впахиваете. Как тебя отпустили после приема за стероиды? Меня никак не отпускали, был суд. Суд признал то, что он признал, соответственно, поэтому все вот так и закончилось. Улыбнулся.
Чиз. Так, не красть глаза, я не крашу, это татуировка. Вы очень своеобразный, но очень интересный рассказчик. Спасибо. И вам тоже спасибо, раз приятно. Так. Что признал? Ребята, обратитесь в Выборгский суд, возьмите архивы и посмотрите, там все написано. Так. В нашей стране все виновны, причем еще до рождения. Сказать бицуху? Бицуху. Так. А удобно с такими зубами? Да, они полностью анатомически сделаны с ними. Очень удобно и очень прикольно. Так. Кто с Питера, может меня побить. Да слушайте, целый день хожу по улице, работаю в СКА, Дивинская улица, дом 4. Приходите, что вы все такие добрые интернет-рассказчики, а? Показать попу? А что-то она мне не показывается. Вот так. Мастер потом покажет. Что? Мою попу. Расскажите, что за новое тату будут. Честно говоря, не знаю, пока у нас в планах только татуировка, я хочу хоть какое-то расслабление. У меня то операция, то восстановление, то татуировка. Плюс YouTube-канал, плюс у меня сейчас особо горячий сезон, потому что до начала июня работы просто ахнуть сколько. Кусаю ли я? Да, кусаю ли я жену? Кусаю. А ты почему ты никого не банишь? Да потому что я хочу болтать, а не заниматься тем, чтобы банить людей, у которых, не знаю. Смотрят же меня те люди, которые меня хотят смотреть. И те, кто смотрит и задают интересные вопросы, пытаются что-то узнать или просто пытаются что-то узнать обо мне, с ними интересно болтать. А когда смотрят хейтеры и что-то пишут, это люди глубоко ущербные, которые вот что ты смотришь, тебе не нравится. Если мне кто-то не нравится, я отойду в сторону. А если они смотрят, ну значит что-то у них не так. Сними майку, покажи тату. То вам тату показать, то пипиську. Ну что ж вы такое? Потом покажу. Так, нет, глаза не накрашены. А на каникулы тайские поедешь, а еще неизвестно, будут ли третьи тайские каникулы, потому что и вторые-то на самом деле были, знаете, под таким большим вопросом. Не все участники ехали, которых Дима Колков первый раз заявлял. Вы сами видели, что состав несколько раз менялся. Мишка вообще, как Кокляев, травмировался перед самыми операциями. Было куча-куча проблем. Закрой глаза, посмотри, что за тату там. Там выжжено тату. Но вот так они смотрятся. Вот. Брови есть, брови тоже выжжены, краска каждый день блекнет, посмотрим, выжгутся они с первого раза, и потом будем делать второй. Дыньку. Дыньку? Попробуем. Ага. Ну как? Вкусно? Камерунская дыня реально оказалась обалденная. Причем, кстати, эта дыня оказалась очень недорогая, целая дыня стоит 286 рублей по фруктовой лавке, так что имейте в виду. Вкусно? Зачем я такой красивый? Такой получился. Почему у меня такой образ? Я на самом деле целесообразно не создал такой образ. Просто делал те вещи, которые нравятся. Как и похудеть, Александр? Смотреть чаще в зеркало и носить ту одежду, которая наоборот показывает ваши недостатки. Это будет вашим стимулятором. Потому что когда вы закрываетесь балахоны, вы свои фигуры не видите. Сколько у меня лаков? То у меня не сколько, у меня хороший мастер по маникюру. Так, не все успеваю читать. Вы зарабатываете только тренером? Ну, тренер и YouTube. Знали ударную технику, смотрите на ютубе, у нас там были в тайских каникулах. А нет, да, это у Колкова на самом деле, смотрите, в тайских каникулах. Зачем накрасил ногти? Мне нравится. На какое время исключить жим после пластики груди? На всю жизнь. Я уже говорил об этом. Многие доктора говорят, ничего страшного, можете делать, но это говорят доктора, которые все-таки они не имеют никакого понимания по поводу, как дальше мышцы будут работать, когда вы их тренируете, поверь мне. Я тренирую девчонок уже более 15 лет, и практически все либо делали пластику груди, либо после общения со мной сделали пластику груди. Грудную мышцу больше нельзя тренить вообще. Ни разводок, ни жимов, ничего. То есть тренить-то вы можете, нужно понимать, что начнет разбалтываться карман, мышца начнет быть активной, жировая ткань начнет уходить, и начнется разделение. Будет смотреться отдельный имплант, мышца начнет гипертрофироваться, и будет проблема. Даже узким хватом, нахрен никаким хватом. Но если вас только это не парит, то есть вы реально это нужно для спорта, можно это делать, но форма, реально вы ее потеряете. Так, про анаболические стероиды я не консультирую. А что потенция лучше стоит? Ой, не успеваю все читать. Где мои волосы? На голове. Вот так. Тебя жена по ночам не боится? Да, очень боится. Так сильно боится, что все время меня обнимает. Она меня просто облепляет все. Не дыхнуть, не... ничего не сделать. Сколько волос отращу, хочу такую же прическу. А я вообще... Не... Меня мастер стрижет. Ты похож на солиста. Пройдешь, зачем я накрасился? Я не красился. Можно натуральному атлету расти. Ага, не успеваю.
Требовалась рабочая тема? Да, несколько рабочих, но опять говорю, все тестобустеры работают индивидуально на каждого. Их травок-муравок уже известно более 20. Работа у них проста, они усиливают синтез тестостерона в организме на какое-то количество процентов, но все-таки да, увеличивают, но не у каждого. Это у вас в Украине пропик продается, потому что, несмотря на все остальное, никто не пытается лезть в эти дела. И в Белоруссии тоже. А вот в России, собственно, вот так вот сделали. Хожу ли я в солярии? Да, ребят, вы что, с татуировкой нельзя ходить в солярию. Так, сколько мне лет? Чуть больше 18. Какой у меня телефон? Samsung H. Попу Маси показать. Мася, вот такую попу. Вот попа Маси. Попа Маси, где она? Вот такая. Не, короче, так хреново показывать. Сейчас научу так вот и показать. Мася. Попу. Вот попа. Вот попа. Почему нельзя в тату солярии? Потому что... как долго все объяснять-то? Да потому что в солярии используется дешевая лампа. Вы что считаете, что настоящие лампы используют? По крайней мере, в России все лампы дешевые, которые стоят около 4-6 долларов за лампу. Потому что настоящая лампа для, с нормальными, для нормального солярия стоит около 30. Соответственно, там просто обычный... ультрафиолет. Ультрафиолет – это практически как слабый лазер, он начинает разрушать татуировку. Краска начинает путь, выгорать и, соответственно, вот такая вот хрень. А у Маси 6-й iPhone. Так. Лапни девушку свою за попу. Это не девушка моя, это моя Масенька любимая. Салам, друг. Щеки как убрать надоели мне. На самом деле, вот в этих местах есть комки беша. Это такой же орган, как... наши восьмые зубы, то есть он был дан когда-то давным-давно нашим предкам. Соответственно, его можно и сечь, иссекается он изнутри, с ротовой части, не остается никаких шрамов, но ваши щеки сразу делают так. И все. Так, дистерон работает, то же самое, как и с трибулосом, ребята. Дистерон это одна из травок-муравок, одна из самых первых, по большому счету. Ну и на самом деле мне нравилось раньше, как он работает. Так, уже отвечал, люблю ли футбол? Нет, я практически не смотрю никакой спорт. Если комки убрать сегодня, треть опустится. Что написали, не очень понял. Какая треть опустится? Я не знаю, какая треть опустится. Нижняя треть, это ерунда все полная. А, да, Мася. Мася у меня тоже в пластике рубит, хорошо. Да, вот она и сказала, что ерунда все полная. Да сделали пластическую операцию. Делал и не одну, штук 15. Люблю ли я котиков? Не знаю, я очень на самом деле хорошо отношусь к животным. Инопланетянин ли я? Вполне возможно. Показать телку? Телок показывают на ферме. Так что езжайте на ферме, вам там покажут. Глаза я не красил, это татуировка. Ой, какой у нас сегодня предстоит классный. Вообще. Опа, так, матек. Вот. Вот, вот как мы будем безобразничать. Так можно. И вот так безобразничать практически безвредно для организма. Легально. Так. Вредно ли анаболики? Смотрите у меня на канале, там все рассказано про тестостерон и анаболики. Знаю ли игру Dota? Да, слышал о том, что такая есть, но я не играю. Посоветуй хороший предтренинг, что скажешь за Animal Pack. Animal Pack очень старые витамины, они очень похожи на вот эти мультитапс, которые подсказывают SkyTech Nutrition. Ничего не скажу, ни плохие, ни хорошие, просто там в них типа добавлены аминокислоты, но все это фигня. Концентрированный белок, от которого будет еще и изжога, так что вообще там нет ничего. Ты вампир, могу поспорить. Зубки мне такие понравились. Телефон Масин показать. Телефон Масин лежит в сумке. Так, ну могу и показать. Кем работает Мася? Директором. Че, не слышите? Голос у нее командирский. Директор. Опа. Вот Маскин телефон. Что вам не нравится? Сколько Мася может съесть фруктов в сутки? Ух, Мася может очень много съесть у меня. Какое вино предпочитаем? Да и белое, и красное пьем. У нас есть коллекция, мы ее и принимаем. А Масек у меня вон приступил. А я что, я буду ждать, да? Ну ладно, я подожду, пока закончится трансляция. Боксом не хочу заняться. Нет у меня опции, дорогие, чтобы боксом заниматься. А Маське вот ест телятинку и макарошки. Макарошки твердых сортов, такие гнезда продаются, знаете? А еще мне понравилось, как ты меня научил есть. Без... Да, мед. А, Мася, я так не могу за наше вести. Мелатонин? Мелатонин, да, опасно для организма, потому что начинает расти родинки. Ну и, соответственно, есть мелатонан, да, есть с ним проблема, и более того, с него большие отеки. Уже говорю, в ближайшее время в этом месяце едем в Москву и в Амстердам. Делали Мася у меня операцию? Угу, делала. С Пасхой и вас с этим светлым днем. Так. В 2010 году тебя посадили или нет? Нет, не посадили. Зачем мне сажать? Я хороший. Нет, животных у нас нет, у нас дорогой ремонт, и, в общем, мы
Живем друг для друга. Да, Маська похудела. На следующей фотосессии с ней 21 мая, и к ней мы собираемся худеть еще. Сколько я вешу? Вес прыгает от 118 до 122. Потому что в выходные я, например, не очень сильно ем. Сколько фруктов можно сутки девочкам тренируешься? Смотри, какие фрукты. Клубники можете съедать хоть 1,5 килограмма в день. Иисус воскрес, и вас с этим святым днем. Так. А кто для тебя эта женщина? Это мое все. Как увеличить венозность? На самом деле, хороший памп, а под конец статика. Такая секунда на 30-40. Любимый курс АЭС. Я уже говорю, что про АЭС не говорю. Сколько масса весит? Порядка 63,5. И мы планируем еще 4 килограмма убирать. Когда будут маленькие шпаки? Пока не планируем. Вес тормознул, надо скинуть еще 8. Всего увеличил, что делать? Нечем понял вопроса. А как тебя зовут? Саса? Ты прогибаешься под женщину? Да, полностью, как тряпка. Угу. Нельзя прогибаться или не прогибаться. Надо оставаться собой, при этом не забывая, что ты любишь и ценишь того человека, который рядом. Приедем ли в Прагу? Не знаю. Наверное, да, мы попутешествуем по Европе. Какой у меня рост? Рост у меня 182. Как отучиться от разной колбасы и тому подобного? Не держать ее дома. На самом деле очень вкусно, можно готовить разные другие вещи. Можно кролика тушить в квашеной капусте. Шикарно получается, поверьте мне. В каком городе мы живем? В СПБ, в Санкт-Петербурге. Почему губы накачанные? Потому что накачались. И Владивосток у нас солнечный, привет. Статика улучшает венозность. Так? Абсолютно верно. Статика улучшает венозность. Но желательно после пампа, чтобы мышца была уже надута, иначе нагрузка просто пойдет на связки. Как бросить дрочить? Не бросайте это дело. Да, Мася говорит, не бросайте. Квартира своя, квартира, ну да, практически ипотечная. Почему губы большие? Не знаю, у афроамериканцев тоже губы большие. Целоваться удобно. Хорошие губы, сочные и сексуальные, это очень круто. Хочу накачать вверх и высушить низ. Блин, не успею прочитать. Так, можно ли кушать сыр? Ну, если вы не сушитесь, сыр, конечно, можно кушать. Показать жену, показать зубки, как накачать попу быстро. Попу быстро никак не накачать, если только у вас есть лишний жирок, пойти сделать себе липосакцию, и потом этот жирок качать в попу. Будет липофилинг. Почему макияж на лице, как у пидора? Понятно. Значит, и группа КИС была такие, кельты были такие, да? И так еще половина бойцовских племен была тоже геями. Сочувствую вам, надо менять мышление. Почему лицо портится на белковом питании? Потому что почки и печень получают вполне адекватную нагрузку. Или неадекватную нагрузку. И чтобы этого не было, надо все-таки понимать, что правильное количество углеводов должно быть. И худеть нужно не за счет только питания, но за счет тренировок. Увеличивайте тренировки. Ходите на степе 1,5-2 часа. И реально будет толк быстрее. Тебе 40 с чем-то лет? Не, мне в прошлый раз кто-то 58 дал. Да, я думаю, кто больше. Что у меня с лицом? Что у меня с лицом? Так, Нутроболик Хайпервей, как тебе? Никак, не знаю, я говорю, что последние лет 5 я ем БЦАшки. У него жопа больше, чем я сам. Ой, какой вы маленький. Так, а на велосипеде можно? Что на велосипеде можно? Делать кардио? Можно делать кардио на велосипеде, но все-таки нужно понимать, что квадрицепс начнет увеличиваться так или иначе. Поэтому я все кардио нормально воспринимаю, но не велотренажер, особенно для девушек. Сколько лет тебе и Масе? Маське 16, мне 18. Кстати, когда 30 секунд задерживать, да, 30 секунд вполне адекватно. Подхода 3 делать в конце, то есть когда закончили уже основную тренировку, памп, там на те же руки или что-то, соответственно, уходить на статику. Так, классные зубки, спасибо. А если на Масе ходить на степе по 1,5 часа, про кожу я, да все нормально, просто надо понимать, что когда вы худеете, организм начинает испускать достаточное количество токсинов, и нужно пить правильно витаминки, пить правильное количество воды, многие не следят за этим, ну, с кожей, значит, тратите денежек, ходите к косметологу в этот момент. Вот, губы ваши, да, губы мои. Какой чай пьем? Да почти, наверное, никакой не пьем, да, у нас вода, и мы покупаем много клюквенных брусничных морсов, которые сбавляем с этой водичкой, и получается кайфово. И, собственно, вот так. Ну что, давайте еще минутки 3 вопросов, а то я уже кушать хочу. Не могу, у меня вот тут, вон, клубничка есть. Огромное человеческое спасибо, пожалуйста, всегда можно. Пью либица каждый день, да. Где живем? В Санкт-Петербурге. Скажите мне дальше. Так, ладно, пью по 3-4 литра, хожу к косметологу, она в шоке. Проверяйте печень.
уровень гормонов. Хотя на самом деле с гормонами все начинают заморачиваться, особенно девчонки. Не всегда в них есть проблема. У меня у Маски тоже прыщики, но вот мы поняли, что мы не можем кардинально решить эту проблему, и последние 3 недели принимаем Ракутан. В ближайшие 4 месяца так и будем. Который я вчера забыла выпить. Твою ж налево, мать. А сегодня? Сейчас выпью. Сейчас выпьешь. Какие витамины? Витамины для беременных в аптеке можно купить всем. Либо спортивные и просто с большим содержанием витаминов группы В, калия, магний и тому подобное. Ты существо. Ну, собственно, да, мы все существо. Есть ли у нас дети? Ня. Масюк, так аппетитно хаваешь, что прям вообще. Да. Накачать вверх и высушить вниз одновременно. Это реально разноплановая нагрузка. Теоретически можно это сделать при высоком обмене веществ, к очень правильному подходу к диете. В общем, наверное, да, можно это делать. На самом деле проще сначала поднабрать вверх, а потом сушить вниз. Либо наоборот. Почему ногти красим? Мне нравится. Лучше крашеные ногти, чем не крашеные. Пластику делал. Так, вегетарианцам как набрать массу? Можно, есть такой вопрос, он интересный. Старайтесь просто добавлять БЦА, либо если не хотите БЦА, добавляйте белок, потому что у вегетарианцев не хватает 2-3 аминокислоты. Ведь они очень важны для строения и мышц, и уровня гормонов, и всего. Почему как женщина? Женщина лучше, чем мужчины. Жопу тоже крашем. Ну, во-первых, не жопу, а попу. А во-вторых, она у меня татуированная, да. Эффективное упражнение для прокачки попы. На Ютубе забиваете Саша Шпак, находите мой канал, и там целая куча информации. Лайф-журнал для женщин от и до показано, как делать, какие постановки ног, какие углы, как глубоко, что делать, чего не делать. Что с прической? Да ничего с прической. С утра проснулись, сделали хвостик. Кто такая Мася? Моя любимая. Так. Не жену, а жену. А Ракутан пипец, подумайте тысячу раз, кожа улучшается, но все возвращается в 3 раза хуже. Уже думали, у нас очень много хороших косметологов, да, многие этого избегают, но, как правило, после первого курса Ракутана такая проблема проходит, и знакомые, кто делали, уже, ну, есть такие примеры, грубо говоря. Вот, плазмолифтинг очень помогает с прыщиками, но вот как раз плазмолифтинг помогает времени. Про него тоже у вас есть на канале. Нижний пресс, да, тоже есть на канале. Там есть и про вакуум, и про все. К тому же есть второй лайв-канал, там есть отдельная вообще прокачка пресса. То есть из перископа мое видео с моими клиентками. Ботокс с какого возраста делать? Да практически с любого, потому что когда морщины становятся очень глубокие, вы потом эту проблему не решите. Вот, либо решите на счастливо. Вы его пили 2 года, значит у вас какая-то есть определенная проблема, которая возвращает такую проблему потом с кожей. Здесь нужно уже тогда искать хорошего эндокринолога, который будет это все смотреть, потому что, не знаю, трудно, мне трудно ответить на этот вопрос, не знаю всего, что было. Где волосы на башке? В хвостике сзади у меня волосы. И вас с праздником всех, как отношусь к вакуумному роликовому массажу? Не знаю, я люблю только релакс-массаж. Почему не ношу парик? Мася, где мой парик? Маська не купила еще парик. Сывороточный протеин сжигает жир? Новый вопрос задаете. Ускорение белкового обмена, да, помогает сжигать жировую ткань, но это не полноценный был бы ответ. Сколько не вредно скидывать неделю максимум? Не стоит за месяц сбрасывать больше, чем 6 килограмм. Кем вы работаете? А судя по разговору, кем я работаю? Так, вы считаете себя красивым или брутальным? Не считаю себя ни красивым, ни брутальным. Так, умный, спасибо, приятно было, с праздником, пожалуйста. Так, все, Мася, я уже хочу кушать. Кем работаю? Тренером я работаю. Лет мне чуть больше 18. 2 раза по 18, да? Нет, я не транс. Можно жир превратить в мышцы. Свинец можно превратить в золото? Нет, нельзя. Жир можно потихонечку дистрофировать, а мышечную ткань чуть гипертрофировать. Так. Показать свою массу. Так. С праздником, ты гей, нормально у вас вопросы? Так, все. Погуляли мы вчера шикарно. Мы на самом деле достаточно поздно легли. Вот. Я думал, вам 35. Нет, мне... А мне сколько? 36, по-моему, да? Я не знаю. Так, Мася, привет. Вот мой Мася. Всем привет. Да, сейчас закончу трансляцию. Привет, буду привет. Масеньку кормить маленькой. Давайте закругляться. Курим, пьем. Нет, не курим. Все. Мальчики, девочки, всем огромное спасибо. Всех с этим светлым днем, праздником. Сегодня солнышко, по крайней мере, у нас в Питере. Кушайте полезную пищу, будьте малосами, любите друг друга, будьте позитивные. Хейтеры, и вам тоже спасибо огромное. Все. Вы же меня смотрите. Все, пока-пока. До новых встреч. Опа, take off.
Мася, она не закругляется, трансляция, смотри, я жму туда пальчиком, а она не жмется. Мася, почему ты мне купила такой телефон, который не...